Друзья, всем привет! Сегодня у нас понедельник, и мы занимаемся, короче, снова уличными такими занятиями. Съездил сегодня Вася в Home Depot, купил, не в Home Depot, а в Walmart, купил снова вот эти вот штучки, да, чтобы дополнить, короче, к драйвею. 6 сюда поставили. Вот так оно все выглядит. Очень ровно, очень красиво, да? Классно. Здесь такую штуку мы купили. Pressure washer в Home Depot. $199 она стоит. Какая-то козявка ползает. Тоже Ruby, очень классная. Тут уже вот все есть, видите? Так. Для pressure washer также вот такая вот штуковина. All in one, все в одном. Тут можно мыть и деки, фурнитуру, да, уличную машину, сайдинги и все такое. И, друзья, взяли мы такие спреи вокруг дома от всяких там насекомых. Тоже проделать нужно от всяких, как оно, спайдеров, да, тараканы и, как их называется, муравьи. Вот, две штуки такие, я не знаю, сколько они стоят. Наверное, около $20 будет, 16-15 с копейками. Также такие вот маленькие штучки. Тоже флакончики хочу сюда 4 штуки поставить. И с этой стороны тоже. И 2 таких вот тоже фонаря. Солнечные лампы тоже. Еще я не придумала, куда поставить. Тоже похожи такие на камушки. Классные очень. Красивые. Немножко отошла, чтобы для вас заснять, как это все выглядит. Очень красиво. Такие вот маленькие. И, короче, один мы забыли купить. Еще вот сюда надо. Не забыли, а надо было подрасчитать. Вот в этот сюда один поставить. И вот так вот оно все выглядит. А сегодня, друзья, мы утром нашли змею. Она прям вот сюда вот приползла. Еще был открыт гараж, представляете? Это была такая baby snake, как garden snake, да, вот которая именно по бэкьярду ползает. Ага. Ой, это страшно. Ну такая вот эта маленькая ползала здесь. Еще Ванька здесь бегал. Это так меня напугало, это кошмар, представляете? Поэтому здесь все вот как-то очень подрезают траву, стараются очень коротко, чтобы было все. Потому что они ползают по траве. Здесь тепло, постоянно жарко. Лето очень-очень жаркое. Зимы теплые. И снег вообще выпадает здесь в Южной Каролине один раз в несколько лет. Вот. Весна тоже очень теплая. Так что вообще я прям удивилась. Ой, так что купили такие штуковины мы. Сейчас будем обрабатывать дом. И нужно, я еще подумала, купить что-то для травы. Подкормку какую-то, знаете. Сейчас я покажу. Есть на траве как бы такие вот... Даже вот это вот, допустим, да, как-то можно же делать, вот засеять, чтобы было тоже трава. У нас уже вечереет. 6 час вечера сейчас. Уже темнеет. Просто видите, вот коричневые такие. Или здесь раньше жили собаки, или что? В этом доме. Просто трава, она
подпорчено. Такие вот коричневые просто, знаете, места. Если, друзья, кто знает какое-то хорошее средство, вот кто использует у себя, допустим, дома, да, возле дома, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что вы, друзья, используете. Может быть, я попробую, куплю. Хочу какую-то здесь грядку сделать я. Но это, конечно, не сейчас. Не знаю, когда еще. Или просто, знаете, как сбить такую баксу и просто посадить что-то. Или на ножках поставить что-то. Обязательно хочу посадить мяту здесь. Вот. Чтобы было для чая что-то. Вечерами попивать чай. Очень люблю мятный. И ромашку тоже. Надо Ванькин поводочек на место положить. Не смотрит Ванька за своими вещами вообще. Гуляет, кушает. И больше никаких проблем у него. Интересный такой куст. Даже не знаю, что это за куст. Надо будет на гугле сфоткать, посмотреть, что это за растения, как за ними ухаживать. Кто-то здесь молоток свой оставил, забыл. А здесь, друзья, походу, была гаражка когда-то. Стикер остался. 25 центов. Хотим помыть тоже и вот этот дровой, чтобы было ухожено, все чистенько. Столбы нужно. Видите, какой здесь никто даже не мыл. И двери тоже грязнючие. И здесь тоже. Да, хотим и, друзья, сделать машину тоже. Видите, вмятины такие. Небольшие. Это мы когда ездили зимой. Там, знаете, такие бывают повороты. И стоят такие вот железные штуки. Как бы перила или что. И вот мы задели. Очень было скользко. Это уже, не знаю, может, год назад. Короче, мы узнавали. У меня мой брат родной занимается машинами. Полностью делает Барри. Очень хорошо делает. Ну, короче, как это переводится? Барри — это тело, да? Просто, короче, все снаружи. Покраска и выпрямление. И вот это вот царапины всякие. У него шап есть большой. Вот еще. Видите, здесь такие вот царапины. Очень хорошо делает работу. Уже очень давно этим занимается. И это самое 4, сколько он сказал, что вот за эту машину 4500. Вот. Это такая не очень дешевая, конечно, удовольствие. Зарабить. Но, не знаю, надо будет со временем сделать. И еще надо будет сделать стекло. Приличненько нужно будет вложиться. Сейчас пока у нас первая наша машина, на которой я езжу в основном. Она еще, друзья, осталась в Вашингтоне. Нужно будет ее сюда перегнать. Сейчас пока она в ремонте. Вот. Стоит в шапе, нужно будет сделать. Тут такие вот тоже незначительные эти штуки. Сюда хочется тоже, я бы сама лично хотела такие, знаете, рога такие. Не рога, а как перила. Или даже не перила. Ну, железная такая штука сюда одевается. Красивая. И вот здесь тоже, да? Вот тоже. Сделать.
пара. А здесь все нормально. Так, просто вот эта вот вмятина небольшая. И есть вот эти вот. Постоянно, друзья, ездим, понимаете? Это вот это такое вот бывает. Жаль. Очень-очень жаль. Ну, ничего, сделается. 4500 узнавали у других тоже людей. Сколько? 700-800, вот там, где мы ремонтируем, в Кентаки. То они тоже делают, и из-за того, что у них очень много, ну, клиентов, то они, друзья, даже, ну, просто делают дешевле. Вот. И даже недалеко будет ехать, если, допустим, выехать, то, ну, то это самое. Туда можно съездить, завести, там уже и делали, вы уже видели видео. Очень хорошо ребят ремонтируют. Просто удобно. Сюда даже ближе проехать и зарабить. Классный такой фонарик мне нравится, такой красивый здесь. Тоже надо помыть его уже. Сюда хочу другую доску эту купить. Пошире есть, продаются. Это тут видно, от прежних осталось. Пробуем сегодня, друзья, нашу новую прошер-вашер. Вот днем, как выглядят наши, я уже показывала, да, вот эти штучки, фонарики такие классные. Убрала я отсюда коврик, который лежал, коричневый, что он мне совсем не нравится. Оставила это черный, который уже здесь был. Нужно здесь подмести, убрать. Вот такой вот у нас штука. Очень хорошо работает. Наконец-то помыли свою машину. Еще здесь не помыли, еще надо стекло помыть. Так. Вот, собственно, и сам Power Wash. Thank you.
пришла, друзья, сегодня первая посылка. Самая-самая первая, которую я заказывала. Заказала я здесь сковородку. Сегодня еще должны прийти кастрюли, полный сет такой. Здесь у меня сковорода и там женские принадлежности нужны. Так, и еще на этой неделе очень много должно прийти. Я буду вам снимать, показывать. Кому интересно, можете смотреть. Можете выходить на Amazon, покупать похожие. И если захотите, могу оставить ссылку в описании под видео. Если вы попросите, то я сделаю это. И что там? Получается, сегодня должна прийти посылка. В среду 3. И в четверг еще одна. И это практически все для laundry room, для ландры комнаты. Как оно переводится? Для прачечной комнаты в основном. Так, сегодня вот пришла для кухни. И сегодня еще одна должна прийти для кухни. Все, я уже сказала. Так, сейчас я ее раскрою и вам покажу. Сегодня мы тоже занимались на улице уборкой. В основном мыли там дровей. Пробовали наш новый прошервашер. Очень-очень хорошо работает он. Мне нравится. Вася дальше продолжает играть груза. Возможно, возьмет что-то, поедет. Может быть, завтра уже во вторник. А я думаю дома остаться и буду просто заниматься домом. Так приятно, друзья. Еще мы обнаружили такую интересную систему, оказывается, я даже не знала. У нас встроена в земле спринклер-система, которая поливает тут всю траву и все такое. И очень-очень здорово. Так, коробку я сюда поставлю. Вот это вот у меня коробочка такая. Сейчас посмотрим, что здесь. Написано «This is a pen». Тут у нас... Я, друзья, с русским акцентом вам специально говорю, чтобы вы меня понимали, потому что есть те, которые вообще ничего не понимают. Хоть ты на нормальном английском говори. Я привыкла прикалываться с Васей-то я... Так, с русским акцентом говорю. Ой, так, сейчас я сделаю. Положу, короче, я камеру и буду делать правой рукой. Она небольшая такая. Помните, как из того сета, то, что я вам показывала из карате, да? Как оно выглядит. Интересное название такое карате. Прикольное. Короче, она небольшая. Вот она. Вот. Я ее немножко поставлю, видите? Ее на сильном огне тоже нельзя использовать. Желательно между medium и low ставить на тройку, на четверку. Вот так. Это чисто для яичницы я взяла. Потому что мне и Васе очень нравится, когда яички ровненькие получаются на завтрак. Я люблю, когда все очень красиво на утро, потому что утром это самый-самый важный день. Завтрак. Начинается день. Тут она, видите, застряла. Окей, ладно. Сейчас мы вот так вот сделаем. Так, вот. Гранит коллекшн, да? Non-stick cookware. Интересно. 18 на 18 сантиметров. Это 7 на 7 инчей. Можно на газу. Все. Такая вот. Что тут еще написано? А, ну как ее использовать, да? Здесь вот рекомендует ее before first use. Wash the cookware with hot water and mild detergent. Помыть ее, значит, надо мылом. И впустую, короче, не нагревать. Ну, это понятно, да, чтобы она
не испортилась. И нельзя использовать металлические utensils. Это, ну, лопатки там всякие. Ложкой, вилкой нельзя. И что тут? Силиконовые лучше использовать. Utensils такие. Ну, у меня всегда такие либо деревянные, либо, не знаю, силикон. О, тяжелая она. Смотрите. Тяжеленная. Такая она небольшая. Смотрите, крутая какая. Из-за этой вот железки она. Класс, мне нравится такая. А ручки добротные, очень классные. Так, пойду я поставлю сейчас ее сюда на кухню. Вот она будет выглядеть, да? Классно. Просто для breakfast. Очень удобно. Класс. Ручки такие гладкие. Красивенькая такая. Будет подходить под мой другой светлый сет такой. Класс. Все. Вася меня попросил купить такую. Будет тоже готовить. Так. Ну все, ждем другие посылки. Так, чувствую я, друзья, ресайкала будет у нас прибавляться и прибавляться. Будет много. Сейчас покажу эту систему, про которую я вам говорила. Вот она. Вот такая. Правда, не знаю, как ее использовать. Нужно будет, может, на Ютубе посмотреть. Или, друзья, если вы знаете, у вас такая же, то скажите, как ее. Я уже спросила сегодня этого. Как он называется? Лендлорд? Вот. Жду от него ответа. Надо включить будет блочок. А это у нас security. У нас на окнах везде тоже security. Такие блочки. Все, уже видите, подсохло здесь так хорошо. Класс. Дверь помыли мы. Кажется, надо будет тряпкой пройти. Я тряпкой не проходила, попробовали только этим. Ну, pressure washer. Сейчас я покажу вам спринклер. Где он тут у нас спрятался? Вот видите? Труба такая и вот красные штучки. Очень классно вообще. Мне просто повезло. Не надо ничего будет поливать здесь. Интересно, если здесь есть тоже проложено. А здесь я что-то не вижу, чтобы было. Короче, включим, посмотрим. Будет так, будет. Нет, так со шланга можно полить. Даже классно вообще. Это, ну, приятно, знаете, ухаживать за такой красотой. И вот. Хочу вам показать, как светятся наши, короче, фонарики. Видите, один не светится, потому что что там надо? Там, наверное, надо батарейку поставить, может быть, она испорчена какая-то. А так, смотрите, все вот с этой стороны тоже, да, очень классно все светится и с этой очень-очень красиво. А здесь у нас уже фонарики были в этом вот в огородике, типа, видели, да, обложены камушками. Видно, оставили здесь прежние соседи. Ну, вот так. Очень красиво. Мне очень-очень нравится. Сверху, когда вот сверху с окон смотрите, то видите, какие здесь такие. Ай, цветочки. Вот наши маленькие тоже. Очень классно светится, тоже неплохо.
Красиво. И те вот, которые мы еще купили раньше. Даже мне вот эти меньше, которые мне нравятся больше. Видите, какие они классные. А эти просто так светятся. Не знаю, может быть, поменять их. Класс вообще. А еще такие вот мы купили. Тоже камушки такие, видите? Два. Освещают здесь эти самые. Вот так можно их поставить. Освещают дверь дома. Вот так. Красиво. Ну все, друзья, всем спокойной ночи. У кого ночь, у кого утро. Всем доброе утро. А мы пойдем отдыхать. Пишите, друзья, комментарии. И всем пока-пока.